Двоих участников несанкционированного митинга против QR-кодов в Александрове ждет суд. Информация о задержании одного из протестующих появилась и в социальных сетях. На видео видно, как правоохранители задерживают участника несогласованной акции – активиста Юрия Саенко. Судя по комментариям в соцсетях, дело происходит уже после несогласованного собрания. Дороги, отойдите с дороги. Руки. А что случилось? Забираю, смотрите. Напомним, накануне в Александрове прошел несанкционированный властями митинг. Протестующие требовали отменить QR-коды для граждан Российской Федерации. Они записали соответствующее видеообращение к президенту России, а также направили письмо к депутатам Заксобрания области. По мнению активистов, вводимая система QR-кодов нарушает базовые конституционные права человека. Митингующие назвали это сегрегацией. Почему идет сегрегация? Мы не понимаем. Почему вас не слушают и вашу команду о добровольной вакцинации никто на местах не исполняет? Мы в данном случае поддерживаем добровольную вакцинацию и против категорической сегрегации людей на QR-кодированных и не QR-кодированных. Нарушаются наши базовые конституционные права и свободы. В частности, неприкосновенность частной жизни, право на личную врачебную тайну, право на труд, право на медицинскую помощь, право на обучение, свободу передвижения и так далее. Все это базовые конституционные права каждого из нас. Как сообщается на сайте Александровского городского суда, в отношении двух участников несанкционированного протеста возбуждены административные дела по части 2 статьи 20.2 КОАП «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о нем». Этими гражданами осуществлялось групповое пикетирование менее 50 метров друг от друга с использованием средств наглядной агитации без подачи в установленном порядке в администрацию города Александрова уведомление о проведении публичного мероприятия. Рассмотрение материалов об административных правонарушениях состоится 7 декабря этого года. Активистам грозит штраф до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов или арест до 10 суток. Алексей Домнин, 6 канал.